Социальные выплаты для молодых семей, специалистов, проживающих на селе. Подобный вид поддержки существует в регионе с 2004 года. За это время улучшить свои жилищные условия смогли 727 семей. В этом году на реализацию мероприятия запланировано 15,5 миллионов рублей. Основная часть средств – деньги федерального бюджета. В пятницу социальную выплату из рук Станислава Воскресенского получили 13 жителей села. Марина Курочкина проживает в поселке Чернореченский Ивановского района. Работает в Новоталицах в молодежном спортивном центре «Олимп». Радости девушки нет предела. Теперь ее семья сможет завершить строительство собственного дома. Несколько лет двинуться дальше фундамента не позволяли финансы. Завершить? Ну, поставить коробку, крышу, окна. Ну, вот это самое основное. А так-то стоит уже фундамент. Вот на участке. Свет проведен.